Добрый день, дорогие друзья. Продолжаем наш бесконечный сериал «Клиника Доктор Хаус». Со мной Илья Иванченков. Всем привет. Вот и хочу похвалиться. Получился очень хороший дом, как всегда у Ильи. То, что мы любим безумно делать, это вот стародачная архитектура. Если сейчас мы это выложим, и скажут, очень сложные крыши, ендовые. Вот. Скажут обязательно. Скажут обязательно, там, где трубы. Сейчас смотрите, конечно же, мы всегда в нашем канале стараемся сделать, ну, собственно, для бюджетных домов простой 9 на 10, длинный, одноэтажный, в 2 уровня, простейшие дома. Это немножко другая история. Это уже дом ближе к классу А. Это такое стародачное место, да? Ну, это недалеко от Боровска. Вот, то есть там как-то вот уже есть такая историческая привязка. Да. То есть... И заказчицы прислали очень много фотографий, референсов, какая стилистика им нравится. Изначально, да, был запрос именно на вот стародачную архитектуру, архитектуру русского модерна. Да. Ну, то есть, вот там не то чтобы стародачное место, там, во-первых, очень красивое место на рельефе, на берегу реки. Изначально настроение у него было, у Натальи было такое, что вот. А нам это только и надо. Мы это любим. Мы это любим, мы это умеем делать, да. И с большим удовольствием сделали этот проект. По цветовому там решению были у нас разногласия, но в итоге пришли к тому, к чему мы пришли. Ну, давайте посмотрим проект. Так, это общие данные. В Сокольте получился под 200 метров, да? Да. С мансардой. Да. Ну, классный участок, но здесь вот красная линия, это то, что вот сейчас находится в собственности. То есть, где можно строить жилые помещения. Вот. Это в процессе оформления еще. Вот. И у нас тут, как мы видим, много построек. У нас навес с хозблоком. У нас вот этот домик уже есть сейчас маленький. Они туда приезжают летом, чтобы там, ну, вещи положить. Вот. Дальше у нас будет баня здесь, беседка и основной дом. А еще зона огорода. Здесь будет. Так, дорога где у нас? Дорога вот у нас здесь. Ну, опять же, сейчас вам скажут, вы обычно сажаете как можно ближе к дороге. Вот, но здесь опять же другая история. Ну, я говорю, что вот здесь вот у нас участок в собственности, который можно строить, он вот, собственно, вот здесь вот немножко. Еще я когда выезжал на участок, у нас здесь рельеф, вот эта верхняя точка, а это нижняя, и там перепад в районе 2 метров. И мы не хотели сажать дом в самый низ. Чтобы он собирал всю воду. Да, потому что вот отсюда классный вид на реку. Там прям такая перспектива. То есть там чуть дальше такой берег крутой. И вот отсюда, со второго этажа, с балкона спальни, там вид просто сумасшедший. Сумасшедший. Типа поля, леса. То есть все непросто. Так что... Да, то есть тут все выверено. Все продумано, да. Нужно. Зона спортивных площадок, детских площадок. То есть... У нас люди, которые там будут жить, они увлекаются и спортом, там, и огородом, и музыкой, и всем вообще. То есть очень разносторонние люди. Творческие люди. Да. Дом для творчества, для отдыха, для всего. Ну и было приятно, в общем, делать проект. Да. Мы приобщились к нашему театру, и встретил это в нашем театре пространства внутри. Вот и мы всех своих заказчиков приглашаем и уже. Многие ходят в наш театр, на наши премьеры. Да, если смотреть на план первого этажа... Да, еще раз обратите внимание, как мы располагаем план. Всегда со стороны главного входа. Тут сейчас пришло несколько заданий на проекты. Обычно то сверху, там, то сбоку. Там, как угодно. Если мы посмотрим, предыдущее, я не сказал про расположение сторон света, вот эта часть у нас... Вот этот фасад, он выходит на юг, но в то же время он выходит на соседа, который вдоль забора, значит, поставил все свои вот эти вспомогательные постройки, да. Совершенно никчемные, страшные. И поэтому у нас вот здесь вот видовые точки скорее вот туда, то есть на реку и на участок, поскольку дом почти по центру участка стоит, то есть там, и там вид хороший. Вот. И я тут разделил дом на две зоны. Вот
приватное и общественное. Вот. Здесь вход в гардероб, лестничный холл, гостевой санузел вот здесь. Так, под лестницей ты проходишь, это топочное, да? Это топочное, и более того, мы задействовали помещение вот здесь вот под лестницей, там 1,95 м. В принципе, мы можем здесь сделать узел ввода, гребенки все расположить здесь. Вот, и стиральную машинку машина. Да, поставили, в принципе, тут все помещается. Санузел, мы тут бы сделали, наверное, еще вот это окно сверху. Ну, да, я думаю, можно и, это наверное, сделать. Наверное, стоит там исполнение все-таки здесь. Вот не... Сначала было так, попросили шкафчик для бытовых всяких нужд. Да, ну, ладно, пусть мучается, ладно, вот так. Да, сначала я нарисовал вот так, конечно. Правый, вот, и тут гостевая комната, кабинет. Со складывающимся там можно диваном. Здесь разложить. Да, а кухню, вот, собственно, какую вот заказчики наши и хотели, сделали. Она небольшая, здесь можно поесть, стол может раскладываться, а гостиная, вот она. И также террасу мы сделали, которая сразу у нас остекленная. То есть это уже как бы теплая терраса. Получается. Круглогодичного использования. Да. На нее там ни снег, ни дождь не попадают, и все отлично. То есть отлично. Там будет, в принципе, если поставить эту газовую горелку, да. Можете сделать сразу теплый пол, включать и выключать. Теплый пол, вот, да. Все бы сделал сразу, и все. И второй этаж у нас получился, вот лестничный холл мы приходим, да, это вот зона спален там для приезжающих детей, друзей. У них две спальни равноценные по 15 метров, очень хорошие по объему, и санузел. Вот. А это уже зона хозяев. Вот. Ну, тут я смотрю, тут есть возможность сделать камин на два этажа, да, в принципе? Если да. Захотят. Если желание есть, да. Вот. Кровать под окном, пусть вас это не смущает. Это вообще стандартный прием. Да. Вот здесь, да. В санузле у нас ванная. Тоже там лежишь, но и... Да, да. Вот так вот сделали. Ну, можно, в принципе, ну, зеркалить, да, наверное. Да, чтобы смотреть его. Так, в принципе, все. Ну, по набору там вот этих всех вещей. Все нормально. Гардероб большой, там для одного человека, так, для другого. Здесь у тебя люкс, да, как освещается? А здесь у меня... По-моему, я вот здесь окно здесь было, не показал. Ну, можно... на фасаде есть и там небольшой дом, но вот опять же... Ну, стародачная архитектура, там же не было проблем с этими, с рабочими руками. Да. Они росли руки оттуда, откуда надо, и поэтому до революции спокойно делали вот эти все фальцевые кровли. Здесь, да, здесь вот крыша такая сложная, но жанр как бы... Ну, ничего сложного здесь нет, если делают наши партнеры. Рельеф, да, да, ну вот на рельефе стоит, поэтому сделали цоколь немножко больше, ну, хорошо, чем обычно. Втянул лестницу. Все под навесом, все будет супер, красиво. Вот это даже 1,90 м, ну шикарно. Да, ну фасады тут, может быть, мы там вышли за пределы бюджета, я об этом говорю неоднократно, что... Можно рисовать что угодно. Да? Вот важно, ну, они что пошли на это. Это да. Осознанно. Мы это хотим красивый, да. Вот, дом, красивую картинку. Окей, может быть, там это затянется, отделка. Да? Ну, упрощать тут, ну, наверное, можно, но не нужно. То есть это такой дом мечты. Не, ну это, я помню эти письма, зачем да. Окно в санузле. Зачем окно в гардеробе? Да. Ну, все помещения должны быть, конечно, освещенные. Наша просто вот концепция в новом доме, не должно быть темных помещений. Вот так вот всегда будет свет. Мне утром нужно
спокойно помыться, побриться. Да. Ну, у нас еще было много вариантов по цветовому решению. И я тут делал еще такой более классический вариант, что, ну, это же дом на кирпичном подклете. Да, да, да. Я делал вот белый кирпич, белые детали и зеленые вот эти вот. И этот вариант тоже был неплох, но вот у них уже когда они пришли к нам, у заказчиков сложилось цветовое решение, как бы, вот такое. Мы его немножко там подкорректировали. Ну, все равно. Но в целом, мне кажется, у нормально. У них еще есть время. Только воробей каждый день чирикает одинаково. Ну, я думаю, да. У них приложи там все свои варианты. Угу. Может, и не поменяется. Все-таки мнение. А так все очень хорошие фасады. Вот это единственное, конечно, вся эта история будет под снегом. Да, пробовали квадратный сделать на кронштейнах, и ну, он дает какую-то такую сложность, очень монументальность. Перебор, тумач, да. Здесь все-таки, угу. Да, они как бы выносы есть, угу. Эта штука. Вынос есть, но будет под снегом. Ну, понятное дело, да, ну, что делать. Это чудесно все получилось, это вот санузел с окном, да. То, чем мы добились, все. Все у вас помещение светлое. Вот такие вот дела, так что...